С 5 по 8 октября в Московской области прошла выставка «Золотая осень». В мероприятии приняли участие организации, союзы и ассоциации товаропроизводителей Российской Федерации и зарубежных стран, представившие лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику и оборудование. Ключевое мероприятие посетила делегация Республики Калмыкия во главе с ФРИО министра сельского хозяйства региона Тимуром Гаваевым. По итогам выставки сельскохозяйственной организации калмыки получили 11 золотых и 4 серебряные медали. Агропромышленный комплекс имеет ключевое значение для нашей республики, и мы последовательно стараемся вывести сельское хозяйство Калмыкии на новый уровень. В этом году на 100 миллионов увеличили субсидии на развитие племенного животноводства. Принимаем новые меры поддержки для инвесторов, в том числе увеличиваем льготное финансирование проектов по переработке нашего экологически чистого мяса, прокомментировал руководитель региона.